Фанаты волейбола, всем привет! 24 и 25 декабря в Новом Уренгое состоится финал Кубка России по волейболу. В каком состоянии команды подошли к этому турниру? Кто выйдет в финал? Ну и кто же заберет трофей? Именно об этом поговорим в данном видеоролике. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, кто по-вашему выиграет кубок. Ну а мы начинаем! В первом полуфинале сойдутся казанский «Зенит» и Белогорье из Белгорода. На бумаге все довольно просто. «Зенит» явный фаворит всего турнира, особенно учитывая отсутствие московского «Динамо» и питерского «Зенита», главных обидчиков казанцев в этом сезоне. У белгородских «Львов» уже больше месяца нет возможности тренироваться дома. А тут еще и одна из лучших команд мира в соперниках. Даже если Белгород выложится на 150%, шансов зацепиться маловато. К тому же, «Зенит» прекрасно помнит прошлогодний провальный полуфинал финала 6. Мой прогноз – уверенная победа казанцев 3-0. Во втором полуфинале новосибирский «Локомотив» встретится с хозяевами турнира – новоуренгойским «Факелом». Буквально 2 недели назад эти команды уже встречались. В упорнейшем 5-сетовом поединке победу одержали железнодорожники. Вообще, «Локомотив» сейчас на ходу. 8 побед в последних 8 матчах. Лазарет потихоньку пустеет, и лидеры набирают игровой тонус. У «Факела» же дела обстоят не лучшим образом. После 5 побед подряд на старте, команда явно буксует последнее время. Есть предположение, что команда была под нагрузками и планомерно готовилась к домашнему финалу. Легкой прогулки здесь не будет ни у одной из команд. Мой прогноз – победа «Локомотива» в 5 сетах. Если мои прогнозы сбудутся, то финал заберет Казань. Не готовы пока железнодорожники с ними конкурировать. А как считаете вы? Очень жду ваше мнение в комментариях. Спасибо за просмотр. С вами был фанат волейбола. До скорой, надеюсь, встречи.